рассмотрим в общих словах протокол динамической конфигурации узлов DHCP. Вообще DHCP пришел на смену BOOTP. BOOTP для чего применялся? Это протокол для загрузки бездисковых хостов. То есть все, что он делал, это получал информацию, получал IP, получал информацию о загрузочном образе, о сервере, где находится загрузочный образ, и передавал дальше управление этому загрузочному образу. В принципе, DHCP это как бы развитие этого протокола, больше разного функционала. Есть другие альтернативы, например, есть автоконфигурирование ZeroConfig. ZeroConfig у нас введено и Apple, и Microsoft. Это так называемые IP-адреса, выдаются адреса в специальной сети 169. Значит, у нас в этой сети все компьютеры должны находиться, и информацию по протоколу поиска услуг Service Location Protocol делаем. Ну и соответственно, если у нас маленькая сеть, никто не раздает адреса, мы включили, у нас все компьютеры заработали в рамках этих адресов, и вроде все нормально. Но когда нам нужно, во-первых, дробить сеть, разделять на сегменты, повысить управляемость сети, то такие адреса нам мало подходят. Вручную тоже в большой сети всем не наставишь адреса. Поэтому у нас используется на данный момент DHCP. У DHCP следующий принцип работы. Прописывается ему определенный пул адресов, фактически на сеть. Если у нас несколько сетей, то на каждую сеть свой пул адресов. Он раздает эти адреса, соответственно, записывает те, которые уже розданы, и кроме адресов он дополнительную информацию может выдавать: доменное имя, DNS-сервера, роутер по умолчанию и так далее и тому подобное. Но естественно, он выдает также, если это необходимо, и сервер, и файл загрузки для бездисковых станций. Поскольку для локальных сетей используется протокол UDP, то есть считается, что надежная сеть, и два порта 67-68. По 67-му порту сервер принимает сообщение, по 68-му отправляет. В принципе, конечно, можно было сделать один и тот же порт и для отправки, и для приема сообщений. Вот она, структура заголовка. Достаточно такая, видите, объемная. Ну, как мы вспомним, что у нас идеология IP-версии 4 протоколов, то, что у нас в заголовке находится вся полезная информация, туда вся всовывается. И вот у нас дополнительные длинные опции, которые могут быть произвольные. Вот дополнительное поле в конце заголовка. Как мы видим, вон там у нас большое поле, это файл. Это файл, на который указывается для загрузки. Оно ограничено. Соответственно, название файла тоже не может быть
слишком большим. Тут у нас идут адреса, ну какие адреса? Это адреса, который был у хоста, который предлагается хосту, сервера, гейтвей и так далее. То есть все основные параметры сети должны быть в этом заголовке. Вот тут, в принципе, перечислены эти основные параметры. Вот это адреса. Все в исходном заголовке. Поэтому из-за того, что очень много информации нужно было всунуть в этот протокол, вот достаточно такой громоздкий заголовок. Ну, может быть, еще объяснение такому громоздкому заголовку, то, что его разрабатывала Microsoft. Все протоколы, которые разрабатывает не конкретный человек с определенной идеей, то есть не те, которые идея driven, то есть на основе каких-то идей сделаны, а на основе комитета, комитет driven, они все достаточно тяжеловесны и не очень удобны, да. Вот у нас основные адреса, в принципе, все, что нужно. Тут нужно сказать, что мы можем делать сеть с ретранслятором, то есть мы не можем, ну, самое простое, мы, скажем, ставим центральный маршрутизатор или коммутатор и подключаем к нему сервер, чтобы он в каждый VLAN или в каждую подсеть имел интерфейс свой и с каждой подсетью работал. Ну или на самом маршрутизаторе запускаем DHCP сервер. А мы можем DHCP сервер запустить в определенной сети с обработкой всех подсетей, но пакеты получать не напрямую из сети, а через ретранслятор. Для этого поднимается на маршрутизаторе или как отдельный сервер DHCP ретранслятор, который перенаправляет DHCP пакеты нужному клиенту, то есть вот серверу. Кроме того, у нас для безопасности мы можем прописать, что DHCP пакеты идут только с определенных портов коммутаторов и маршрутизатора. Ну, скажем, у нас все маршрутизаторы соединяются или через первый порт, первый, второй, скажем, или через 24-й порт, или через гигабитные порты, это дополнительные. В общем, как соединяется, это не принципиально. И мы знаем, что DHCP ответы будут идти именно по этим портам. Тогда мы разрешаем трафик DHCP только по этим портам, а по другим запрещаем. Это позволяет бороться с такой атакой, как спуфинг DHCP, ну, когда мы произвольным образом вставляем в какое-нибудь место сети свой DHCP сервер, ну, это может быть и вирус какой-нибудь, и он подставляет свои значения и таким образом делает атаку человек посередине. Вот у нас запросы DHCP, очень простой. Обмен пакетами. Ну, вначале DHCP клиент широковещательное сообщение делает, чтобы узнать, кто ему хочет дать адрес. DHCP сервер сообщает, что да, он даст ему адрес и предлагает какой-то адрес. Ну и, соответственно, все поля тоже там будут прописаны. И в ответ DHCP клиент сообщает, что да, все, я этот
адрес принял, с ним буду работать, и в конце концов DHCP сервер сообщает, что да, он прописал его в своем списке, и он разрешает ему работать с этим адресом. Ну и вот тут у нас прописаны подробно эти сообщения. То есть, в принципе, достаточно стандартный, как трехэтапный TCP Connect. Тут точно такая же логика делается. Иногда клиент не соглашается брать определенный адрес, или создается такое впечатление, что он не может взять этот адрес из-за помех в сети, петли в сети, да, что угодно там. И тогда он может очень долго пытаться получить под HCP этот адрес. Соответственно, DHCP записывает все параметры клиента в своей базе. В базе какая информация у нас идет? Адрес клиента, срок лизы. Но по умолчанию срок аренды это устанавливается 3 дня. Соответственно, обязательно период полураспада адреса у нас 1,5 дня. Обязательно через 1,5 дня перезапросить этот адрес. А в результате достаточно хорошее время, потому что 2 дня у нас, скажем, учреждение не работает, а в понедельник утром вы перезапрашиваете и получаете тот же самый адрес. То есть в результате получается, что если машина сотрудника работает постоянно, то она имеет один и тот же адрес всегда. Остаются там старые записи, то есть какие раньше были выданы адреса, ну и всякие параметры там, broadcast, маршрутизаторы и так далее. DHCP версия 6. Естественно, у нас IP версия 6 имеет более прогрессивные тонкие настройки по автоконфигурированию. Вообще там автоконфигурирование зашито в протокол. Но DHCP более богатый, дает возможность выдачи адресов. И, естественно, этим можно воспользоваться. Ну, в принципе, дает то же самое, что и DHCP, только для версии 6. Соответственно, у нас идентификатор уникальный пакета, у нас идут адреса, целый набор адресов IP версии 6, то есть локальный адрес глобальный и так далее. Заголовок, ну, просто упрощенный. Как мы помним, в IP версии 6 у нас путь идет на упрощение заголовков. Все остальное, все, что не является жизненно необходимым для заголовков, идет в опциональные поля, и они, опциональные поля, наслаиваются друг на друга, nested fill. И вот у нас все в виде опций идет. Ну, тоже достаточно удобно. Все то же самое по получению адреса, по-другому названы этапы, но то же самое. Сначала мы широковещательный запрос делаем. Нет, широковещательный, я, конечно, неправду сказал. Нету в IP версии 6 широковещатель. Есть мультикастинг. Конечно, широковещание умерло в IP версии 6. Мультикастинг запрос делаем, соответственно, определенный групповой адрес. Получаем ответ. Если нас IP версии 6 адрес устраивает, мы об этом сообщаем, и DHCP
сервер говорит, что да, пользуйтесь этим адресом. Вот тут маленькая табличка для того, чтобы было видно соотношение между новыми и старыми названиями. Ну и вот тут более подробное описание. DHCP версии 6 это уже не Microsoft, это уже комитет по IP версии 6, тоже комитетская вещь, но все-таки как-то более адекватный комитет. Для того, чтобы работать с DHCP, вам просто нужно сконфигурить его на сервере. У вас идет файл конфигурации dhcpd.conf, там, собственно, все прописано. И в варе у вас лежит база с выделенными адресами dhcpd leases. Соответственно, можно вручную запускать. Пожалуйста, вы можете на определенный интерфейс получить адрес. А тут мы видим, что у DHCPD запуск идет на определенный интерфейс. Соответственно, если у нас много интерфейсов, нам нужно все прописать в конфигурационном файле на запись, на запуск этого демона. Ну и простейшего вида файл, опции, это опции DHCP, ну, доменное имя, DNS-сервер, потом время, сколько живет Лиза, сколько времени вам дается на владение записью, пишем, что это авторитативный сервер, и на каждую подсеть выписываем конкретные адреса, которые выделяются на эту подсеть. Ну, соответственно, у вас должен быть план IP адресации, то есть какие адресации у вас под DHCP, какие под статику, под принтера и так далее. Ну и, соответственно, то, что в каждой подсети свое, это шлюз по умолчанию и broadcast адрес. Вот, собственно, вот у нас эти основные опции конфигурации DHCP. Тут у нас есть такая опция hostname. На самом деле это cosplay bootp. То есть мы можем прописать не автоматом, выделять адреса, а прописать соответствие имя хоста и MAC-адреса. Туда же можно написать или фиксированный IP-адрес, или просто такую базу иметь и раздавать адреса только тем хостам, которые в эту базу прописаны. То есть вот мы привязываем имя хоста к MAC-адресу. Ну вот сервер name – это тот сервер, на котором у нас лежит бутовый образ, если у нас бездисковая рабочая станция. И когда у нас DHCP работает, у нас в варе прописывается varlib DHCPD. У нас прописываются вот такие файлы DHCPD leases. Там, собственно, такой адрес выдан, какому маку, какой идентификатор. UID, как мы видим, строится на основе мака. Хостовое имя, и это имя хостовое, или то, что клиент сообщил, или то, что у нас в базе прописано, и когда выдан адрес, и когда планируется освобождение адреса. Ну и вот, собственно, это позволяет функционировать всей сети достаточно адекватно.